19 грудня відзначають День Святого Миколая. Для нашого міста цей християнський чудотворець та святкування його іменин має значення оберега. Хороша традиція, коли є такий хранитель. Важный праздник, особенно для николаевцев, потому что все-таки святой один и тот же, в честь которого назван город, и он покровитель же путешественников и детей, поэтому я думаю, что это важная традиция, ее нужно соблюдать. А ще добрий звичай у цей день дарувати подарунки дітям та допомагати нужденним. Сказки в нашій житті дуже не вистачає. І поки ми віримо в ці всі праздники, віримо в Деда Мороза, Святого Николая, ця сказка буде, а це доброта, це любов, це все, що движить миром. Миколаївці вже знають, чим порадувати близьких та малечу. Конфети обов'язково. Розовий поні. Конструктор дерев'яний. Запланировали подарить туалетную воду для девочки. То есть то, что ей больше надо, ей 12 лет будет в марте, это для нее более актуально, по всей видимости. Она об этом не знает, но хотела бы. Как всегда, смаколки. Родителям портрет я уже написала маслом. Хороший такой. Еще там где не молодые специально, так сюрприз. Вот. А детям подарки, как обычно. Как обычно. Ну, как обычно. Ну, конфеты. Вот. От Святого Николая. И маленькие такие небольшие подарочки. А інші дотримуються святкових традицій. Ну, это секрет. Да, дети смотреть будут передачу, увидят. Заранее знать нельзя. Також свято Миколая не втрачає виховного впливу. Если хорошо себя вела в этом году, то получаешь что-то сладенькое, какую-то игрушку. Полезне, там, настольну ігру, або пазл, таке. А на що сподіваються діти і не тільки? Взагалі, пчела. Подарочок. Що іменно? Смотрят кого, на самом деле. Да, да. Смотрят. Если от родителей, то, конечно же, какое-то что-то более такого, чтобы подержать в руках, я не знаю. А если от любимого человека, то любовь, конечно же, верность. Да. Ого, ничего себе запрос. Конечно. Если от преподавателей, то, скорее всего, хорошую сессию. Автомат. Заказала на игрушку, конечно. Зубки Боба. То посмотрим, если найдем. Далер. Вот так вот. А детки. Что вы обычно получаете вот от близких на День Святого Николая? Знаете, очень мало что получаю. Больше дарю, да? Я больше дарю. Ну, то получается так. Отже, порадуйте своїх близьких увагою та подарунками у День Святого Миколая. Що ж, ми дізналися, що дарують батьки своїм дітлашкам. І хочу сказати, що традиційним є подаруночок печива – маленькі миколайчики. Саме з цього приводу у нас є ранкові гості. Отож, дорогі телеглядачі, як ви бачите, до нас сьогодні завітали справжні феї печива – Маша і Даша і їхня мамочка Олена. Добрий день! Здравствуйте! Девчонки, ну я думаю, самый первый вопрос, что Святой Николай подарил вам под подушку положил? Расскажете? Да. Рассказывай. Мне Святой Николай подарил разукрашку, вырубку. И на вырубке было нарисовано Рапунцель с Максимусом. И там еще у меня под подушкой попались ножницы, точилка и пряник. Вот и такой. Прянички от Святого Николая. А Дашеньке что подарил Святой Николай? А мне точилку. Краски, разукраски. Разукраски, блокнотик. Боже, сколько подарков. И затирачку. И затирачку. Да. А мамочке что Святой Николай принес? И пряничек. Ну да, куда же а мама ничего не принёс, я ей дала свою точилку. То есть вы тоже, как маленькие феечки, подрабатываете Святым Николаем, да? Да. Ну, угощаем, да? А вообще мне понравилось, когда мама под подушкой ничего не нашла, такая грустная, а Даша говорит, вот не надо детей ругать. То есть я говорю, в следующем году, если детки будут хорошие, мама их ругать не будет, значит, у мамы под подушкой тоже будет что-то, да?
Ну что ж, я хочу сказать о том, что действительно, если детки ведут себя послушно, есть легенда, что святой Николай принесет им подарочки под подушку. Девчонки, вот видно, были послушными, маленькие феечки, но я знаю, что святой Николай не просто так им принес подарочки, потому что они его маленькие помощницы и помогают разукрашивать прянички, которые потом будут отправляться к деткам под подушку. Один из таких мастер-классов будем проводить сегодня, правильно? А можно перед этим мы спросим, как вы себя целый год вели? Ой, я надеюсь, что хорошо. Точно хорошо? Маш, ну скажи, если вы вели себя хорошо, то... Святой Николай передает вам тоже сапожок. Ой, боже, как приятно, что святой Николай все-таки вспомнил обо мне. Я вам обещаю, я себя вела хорошо и буду себя вести хорошо. Девчоночки, сегодня будем делать вот такой замечательный сапожок, да? Да. Что нам для этого нужно? Обвести контур. Обвести контур. Ну, я думаю, это уже как правило. А пока, как девчоночки... Как листики мы делали. Это замечательно. Я предлагаю нашим девчоночкам начать обводить контур, а нашим телезрителям рассказать небольшую легенду о святом Николае. История свідчить, що Миколай жив ще за часів імператора Константина і був архієпископом у Мирах. Родився він у багатій сім'ї і виріс доброю і чуйною до чужої біди дитиною. Але коли його батьки померли, хлопчику нічого не бракувало. Він жив під опікою родичів і все-таки відчував нестачу батьківської ласки та любові. Маленький сирота все частіше тікав з багатого будинку до друзів, дітей убогих батьків, котрі жили в темних глиняних хатах і нерідко йшли спати холодними. Як справді добра та щира дитина, він допомагав цим бідним дітлахам і дарував їм або печиво, або солодощі. З того часу пішла така традиція дарувати маленьких миколайчиків. Я смотрю, що дівчонки розукрасили, зробили небольшой контур. Тепер я смотрю, Маша почала займатися заповненням, правильно? Так. А я би хотіла поінтересуватися у мамочки, що ж це таке? Така красива глазурка. Це волшебний... Що це? Сахар. Це волшебний сахар. Угу. То есть для тех, кто, ну, слушает, но не сильно хорошо, если посыпать волшебным сахаром, то ребенок становится очень-очень... красивый. И? Здоровый. И? Голосный. И? Красивый. Да послушный, когда же он уже будет? Главное для мамочки, чтобы был послушным. Ну, желательно. Хочу теперь спросить у вас, как часто святой Николай обращается к вам за заказами для деток? Ой, вы знаете, перед праздником вообще святой Николай ищет наших феечек и говорит, что надо туда, то в школу, то на какое-то мероприятие, деток много, и оказывается очень много и послушных деток, потому часто. А какие формы, какие виды пряничков святой Николай выбирает для николаевских деток? В основном это, конечно же, сапожок, потому что мы же знаем, да, по легенде, подарочек, ложим сапожок. Да, доделали. Сапожок. Мы даже, Машенька, стишок выучила про сапожок, да? Машенька, который... а расскажешь нам стишок? Да. Мы тебя слушаем. Давай мы расскажем стишок, а Даша пока порисует. Нічка зою розсипає, тихо-тихо сніг рягає. Він до кожного віконця диво дивне наближає. І Даринка, і Марічка, кожна знать чудес чекає, бо готується зустріти час святого Миколаю. Знають діти, Миколай добрих, чемних поважає. Гарним дітям у панчішку він дарунок кладе. Хто не слухав, тому різку під подушкою ладнає. Это мой стих вообще был. Боже, какая умничка, Маша. Сама мой стих рассказала. Боже. Ну, простите. Мы просто подумали, что пусть Маша расскажет, пока ты занимаешься росписью. Ничего, нормально. Дашенька, а как ты заполняешь пряничек? Расскажешь нам? Расскажешь, как разрисовываешь пряничек? Даша тоже у нас сделала контур, а теперь будет вот так заливать, да, заливочку сделает быстро. Я смотрю, у девчоночек еще есть бантики в тарелочках. Я так понимаю, что они тоже... Даша, будут мы бантики кушаем или не кушаем? Не кушаем. А зачем нам бантики? Для красоты. Просто когда мы их приклеим, мы их отрываем и выкидаем в мусор. Угу. Ну это для красоты. Это как инструкция. Не осталось. Чтобы не осталось. Осталось. Да? Мы сейчас это все спрячем.
Вообще очень интересное занятие, когда мамам надо свободное время, вот можно подготовиться и потом не разукрашки детям давать, а прянички. Они с удовольствием это все делают. А потом с удовольствием это все кушают. Да, еще и угощают иногда, правда? Смотрю, мы заполняем уже, посыпаем волшебным сахаром. Да, очень волшебным, правда? Чтобы детки были послушными. Красивыми. Главное, красивыми, правильно, Машенька. Как истинная девочка, она считает, что детки должны быть красивыми. Машенька, а ты будешь посыпать волшебным сахаром? Буду. Ну, конечно, это ж... Сначала она поработает зубочисточкой, все расцепит. Да? Это не зубочисточка, а спаска. Спасочка, боже. Прости, инструменты, дорогая. Надо знать. Прости, дорогая, я обязательно выучу. Ну что ж, я смотрю, что наш пряничек у Машеньки уже практически готов. Да. Мы хотим его показать телезрителям, как вот так быстро, с помощью волшебного сахара, волшебной глазурьки, вот так, да? Сделать красивый сапожок ко Дню Святого Николая. Потом он подсохнет, и мы добавим еще. Давайте покажем. Вот такая красота у нас получается. Для этого нужно совсем немного времени. Главное, это желание. Спасибо вам, девчоночки. Может, поздравим всех деток, которые сегодня празднуют День Святого Николая, с праздником. Поздравим? Дашенька, будем поздравлять? Дашуня занята работой. Давайте сейчас красиво скажем «поздравляем». Все вместе. Три, четыре. Поздравляем! Спасибо вам, мои дорогие. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас была мастерская сладких подарков. Настоящие феи печенья Маша и Даша и их мама волшебница, помощница Святого Николая. Закончила. Молодец. Спасибо вам большое.